делегация болельщиков из Москвы была, из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Особенно здесь, Сёма, же второй попыткой казанцы в защите, посмотрите. Но немножко Михайлов здесь не сумел достать этот мяч. Ну и вот решил, что называется, со второй попытки все-таки заиграть 18-го номера Павел Попков. Для бело-голубых получился тоже такой голливудский по накалу. Но пока Соколов очень мощный, думаю, порядка там 110 километров в час Соколов заряжает. А это московский блок. И Илья Власов сотрясает воздух своим кулаком. И сейчас начнется параллельно матч за третье место в Санкт-Петербурге, где «Зенит» будет принимать новосибирский «Локомотив». У нас 6-4 на подачу Артема Вольвича. Здесь здорово в защите Кононов. Ну и Дмитрий Волков отыгрывается от рук блокирующих. Причем без динамики получилась эта атака. Очень тяжело было в данной ситуации найти. Просто уносить любого соперника с площадки за счет своей сильной подачи. Здесь Кристенсен. Но вот у казанцев пока в защите чуть больше вариантов на доигровку. Плохая передача. Москвичи показывают, что там было касание площадки, но надо просто доиграть им этот эпизод. Сёмышев на тройном. И мяч попадает в лицо Майки Кристенсену. Может быть, там и было касание, если не успел. Ну, а дальше и трибуны включатся. Но подлесных краков. Да вот это была идеальная. А вот Пайп еще раз не прошел у бело-голубых, хотя справился с этой подачей. Уж очень неудобно все начало было. А вот здесь Антон Хорош идеально на нос. И здесь Федоров в защите. Но вот здесь, когда хорошо, тогда хорошо. Да вот кого-то Семышева. Ну и Соколов просто разрывать готов в таких ситуациях. Еще раз мощно, еще раз Федоров. Михайлов цепляют атаку и его, а вот сейчас, по-моему, без акцентированной атаки, но Макс решил рискнуть, подлесных скидка. Вольвич будет пасовать здорово здесь на Волкова, но Соколов, хороши команды в защите. Но без атаки бело-голубые остаются. Первый темп Волков и цепляет уже этот мяч Антон Сёмышев, еще блок. Ох, какой розыгрыш, какая игрушка у нас с вами, Власов! Снимает в фирменном стиле с третьего этажа Илья. И плюс 2 для московского «Динамо». Вау! Очень хорошая игра на старте. Действительно богата, знаете, такими эмоциями, которые порой далеко не всегда можно увидеть в матчах. Команды, конечно, прекрасно друг друга себя знают. В этом сезоне многие встречались, играли. И на все, Мышев там подбивать надо мяч. Перебрасывает его Кристенсен, смягчает Волков на позиции центрального Михайло. Так, вопрос, будет ли, может быть, челлендж у бело-голубых. Не было ли там случайно касания сетки, когда спасал этот мяч Кристенсен? Ну, вроде бы нет. Это Артем Вольвич, Кервинян. Пришлось так низко присесть и вновь первый темп Власова, но здесь не удалось сильно пробить. Смягчают уже атаку Дмитрия Волкова и Соколов. Как же хорош Цветан. И еще одна классная, на этот раз Сёмышев, подлесных двумя руками. Мяч на стороне московского «Динамо». Панков. И сейчас тяжелая атака у подлесных. Очень тяжелая. Там и тройной блок успел выстроиться. 24-19, 5 сетболов у хозяев площадки. На подачу Хлобинского и на подачу Михайлова. И еще раз Макс ставит точку. Подачи на вылет. 25-19 плюс 6 первой партии за хозяевами площадки. Соколов. Кермине выбитый прием. Тяжелая атака будет у Соколова. По-моему, там касание. По логике должно оно было быть. Так оно и есть. Сендеру. Ох, какая неприятная. Выключает, конечно, из этой атаки Власова дыру. Скидка подлесных. Очень неплохо. А здесь дыру. Ну и вот такие атаки уже, конечно, у казанцев. А даже вспомните на последний матч, последний мяч в Новосибирске, да, когда так же, только там Волков атаковал. Москвичи, прошу прощения. Дыру в приеме на второй метр. Это плюс. Это дыру, это чистая сетка. Но здесь Соколов. Кристенсен перемудрил. И one-hand block. Одной левой, что называется, Панков, посмотрите,
потряхивает ей в воздухе. У него тоже неплохая серия в первом сете была. Мощно. Ну и вот, наверное, то, что хотел сделать Кристенсен ранее. Удобная расстановка. Левая рука, скидка в серии с Новосибирском. Казалось, что Майка где-то немножко заигрывается. И та самая конфликтная ситуация здесь. Антон Сомышев. Здорово. Из четверки. Конфликтная ситуация с Лесом Куркаевым. Ох, как мощно. И дыру. Вот смотрите, на 9-й метр прием. Михайлов подчищает все буквально в данной ситуации. Много я хвалил Соколова. А это Волков. Панков. Ух ты. Это Антон Сёмышев. Пока, наверное, он даже выглядит как главный вариант в атаке. Так бы он руки просто перенес и закрыть мог вполне себе Антона, но хорошее исполнение. Михайлов скидка и пытался Белогорцев подбить этот мяч. Соколов страховал, но в итоге он провалился на сторону гостей. Казанцев. И все как высоко, но потолки позволяют. Дыру на тройном. Здесь его подцепили, и Волков перебрасывал мяч. Вольвич не дотянулся. И вновь не проходит пайп Сёмышева. Михайлов. Но там Керменин абсолютно спокойно. Панков. И еще один первый темп. Вот первый темп пока работает, наверное, наиболее продуктивно для бело-голубых. И еще один. Панков. Здесь будет ли атака Подлесных? Тяжелая она будет. Федоров ставит ладошку. Дыру. Федоров переведет. Переведет. Мяч. Мяч в площадке. Взрываются трибуны. Но там Власов. Первый темп. Сёмышев. Хватается за голову сейчас Власов. Хватается за голову Константин Брянский. Такие мячи надо забивать. Это просто, конечно, сейчас большая дезмораль для бело-голубых и невероятный заряд эмоций для казанского «Зенита». Казанского «Зенита». Ну и президент казанской команды. Равкатов, Глухач, Кондюков, а здесь Керменин на грудь принял. Первый темп, здорово, Подлесных в защите. Нужна атака, кто будет? Сёмышев, но он с задней линии, ему было немножко неудобно. Аккуратничал Антон, это Волков, смягчают его. И вот шанс для московского «Динамо». Затяжной важный розыгрыш. Соколов находит касание рук Дмитрия Волкова. И это было действительно важно. Все-таки сейчас минус 3, 13-16. Вполне себе такая рабочая ситуация для бело-голубых. Подлесных, Волков. Закрывают его атаку, но будет еще одна попытка у «Зенита». И в самую линию попадает дыру. Уже, казалось бы, он немножко даже пролетел точку идеальной встречи с мячом. И переломить игру своей подачи. Но дыру каков в приеме. На сторону бело-голубых отлетает мяч от блока. Это Кристенсен. На Сёмышева. Федоров дотянется. Ну и Алексей Игоревич там его подбодрит, конечно, коллегу по амплуа. Ну вообще, кстати, вот когда готовили превью для клубного телевидения казанского «Зенита» ТВ, у Баса тогда была, кстати, полноценная серия. Это Панков сносит просто Федорова. Но идеальная плюс-плюс доводка. Лучше быть не может. И со второй попытки все-таки Алексей Кононов реализует ее, получая такой хороший эмоциональный заряд от Кристенсена. Но вот каков здесь? На вторую партию Дмитрий Волков подает. Очень хорошая, несмотря на тайм-аут. И здесь Сэм Деру завершает вторую партию. На этот раз 25-20. После первых 25-19. 2-0. Динамо, надо перестать ошибаться, чтобы вернуться в игру. 14 ошибок за партию. Во втором их было в два раза меньше. 7. И вроде бы, казалось бы, с этим можно играть. Но здесь Керменин сейчас хорош в защите, без атаки. Бело-голубые, Соколов! Очень умно, очень хитро сыграл Цветан, но самую малость не попал. Во второй партии у бело-голубых немножко просил прием. Сэм Деру полезно очень сегодня играет, он хорош в приеме, неплох в атаке, но и вот здесь уже не без доли везения. Нравится мне очень фраза ценителей волейбола. Во второй, по-моему, вот я даже, честно говоря, так и не припомню сходу. Это Власов. Очень неплохо выключает он дыру, по сути, из атаки. Михайлов, Керменин в поле. Федоров достает мяч. Вновь шикарно играют два либера обеих команд сегодня. Ох, какая довод касание сетки. У кого? У кого-то оно определенно было.
Илья Власов от очень большого желания, судя по всему, перестарался. Кристенсен. Выбитый прием. Панков на Семышева. Семышев. Федоров подбивает этот мяч. Да, Илья цепляет все, что можно. Сейчас такая гримаса отчаяния была на лице Федорова. Очень-очень сложно. Это Панков решил перехитрить всех и вся. Дыру будет ли бить со второй? Да пожалуйста. Ох как. Эдсен Дыру. Легендарный человек для отечественного волейбола, что уж говорить. Соколов. Спокойненько там было касание. Пусть мяч в площадку и не попал. Укороченная вновь. И вот вновь Панков оказывается в момент касания троса спиной к мячу. Но на этот раз успел он сориентироваться. Хотя во втором партии, во второй партии у него был момент, когда не было. А здесь Максим Михайлов. Макс неудержим. Пока что в этой встрече Михайлов явно переигрывает Соколова. Это Артем Больвич. Керменин в приеме, а вот здесь Михайлов и его фирменная защита. То, о чем мы говорили, надо Волкову забивать, конечно, такие мячи, Семышев. И здесь начинается просто карнавал в квадрате запасных казанского «Зенита». Самый главный заводящий там Валентин Голубев. Если будет возможность, можно это все показать. Но и Дмитрий Волков забил, наверное, тот мяч, который вот именно важно было критически забить ему. Семышев, Михайлов, второй розыгрыш подряд в защите. Волков. Я понимаю претензии бело-голубых. Я абсолютно понимаю претензии бело-голубых в данной ситуации. Артем Больвич, 14-11. Керменин. В приеме Власов. Михайлов. Третью защиту подряд Волков забивает. Вот это уже кураж. Это очень похоже именно на кураж казанского «Зенита». Больвич. Там еще и... непонятно, кто должен был играть. Антон Семышев. Важный съем для гостей. 12-16. Но по-прежнему плюс 4 для Казани. Хорошая подача. Дыру. Сам же будет атаковать Сэм. Ну и... ох, честно, очень тяжело, конечно. Сейчас у «Динамо» замена будет какая-то. Увидим. Это Вадим Алихашев появится. Поменяет он... Максима Белогорцева. Этой высоты, конечно же. И посмотрите, Кристенсен! Но здесь Кристенсен вытащил этот мяч. Очень тяжело было Федорову сработать в данной ситуации. Но вот опять же, да, весь матч таких подач не было. Может быть, пытались где-то силой. И 6 мячей преимущества над гостями. Соколов. Соколов. Но если бы здесь Михайлов вытащил... это Богдан. Хорошая подача какая от Богдана. Но посмотрите, как здорово здесь Кристенсен передачами отрядил просто своих нападающих. Там немножко успели даже сейчас обменяться репликами у сетки. Ну а пока Вольвич. Это эйс. Это эйс, это победа казанского «Зенита». Эмоции Вольвича. 25-19, 25-20 и 25-17.